Всем привет. Ими тут что тут? Что ты тут делаешь? Жесткий диск, жесткий диск проверяю. Моторовка тихо не растет. Повернись, а то тебя не видно, сынок. А, на вашем устройстве возникла проблема, у меня пойдем. Я знаю, что окромсал, как только смогла, но ничего страшного. Появится возможность. Короче, ну, стандартная для меня ошибка. Вот стригется. Видимо, диск все-таки не работает. Парикмахерской, когда отрастут. Ничего я не высвести, все там сравняется со мной. Благорды, мне бойки, я не хочу, я хочу, чтобы ты меня стригла. Ну что тебе, Митька? Чего он просит? Корм, наверное. Кормику. Там, и погладить. В холодильнике там достань ему. Дай я ему тарелочку вымыл. Я сегодня здесь все полы выдраила, твои вещи все перестирала, все прополощила, постелила новый половик. К Лаве вроде привык, кстати. Друзья, вот что хочу сказать. Начала уже вязать, когда хотел его еще более связать. А потом вижу, он немножко начал кривиться, да. И не стала вязать более. Вот. Решила оставить так, как есть, как говорится. Я не знаю, как кто что скажет насчет расцветочки. Нормально. Вот. Сейчас, малыш, сейчас. Он с Эмилюшкой сегодня спал. Да. И Милюшкина постель застелил, но свою я пожизненно это рабочее мое местечко. Синекран, я уже тут это. Синий экран смерти. После работы, как говорится, если... Что там говорится? Ставим ставки. Опа, синий экран смерти. Нет, что, диск запустился? А это... Что это такое? Подожди, не разбери меня. Дай. Жесткий диск мне проверить отдать. Проверить? Да, рабочий ли? Отстань. Пока. А, про него на видео нельзя. Да, он. Высокая персона, да, да. Мам, ну проси, не надо. Ну ты ладно, такая, я ну, ничего не говорю, все. Он на ручки просится. Он тебе его отдал? Проверить, если рабочий, я посмотрю, сколько гигабайт, если мне понравится, я уже цену сам назначу. Купить, да? Да, купить. А за сколько хоть примерно? Я что, знаю, сколько на нем гигабайт? Ну, я надеюсь, хоть подешевле. Ну, я посмотрю, сколько на нем гигабайт. Есть гигабайт 250 рублей за 300-400. Можно. Дай мне эти корм семью. Чего ж ты ему не дашь корм? Сейчас дам ему корм. Пошли. Я его как бы персона на руках. Мам. Я горжусь своими половиками. А старые я, короче, на улицу настилаю. Мне так удобно выходить и это. А сюда те, которые немного состариваются, я сюда перестилаю. Меня тут угостили. Угостило. На подработке, короче, там, ну. Был и ему это. Целую кучу дали, и он... Ну, не кучу. Митька, пошли. Не кучу, но, типа, поделился. Митька, давай. А это у нас вчерашняя еда, да. Эмиль съел кусочек. Не знаю, мама брала или нет. Она говорит... Я кусочек съел. Я не ем. Рабочий. И я съел кусочек. Мам, вот. Не рабочий. Не рабочий, да? Нет. Ну, ладно, что с ней. Фиг с ней. Да. Это... А я здесь... Я экстренно это, не буду вырубать. Как ее? Новую эту... Сюда вот. Эту старую... куда-то утилизировать, а новенькую... Как сними ее? Митьку. Сними Митьку. Минтяй? Минтяй сними. Минтяй. Минтяй лентяй. А, у кормику просил. Кушать хочет. Ну, ты хотел кушать. Ну, пусть кушает. На здоровье растет большой. Угу. Что там тебе про когтики кто-то сказал? Короче, нужно когтики, смотри, вот идет ноготь, ну когтик, угу. Он такой, ну серенький такой. А на кончике идет такой, он как полупрозрачный такой, он очень острый. Они когда идут там, к примеру, по одежде или почему, они цепляются, им неудобно. Их надо состригать, там миллиметр буквально. Ножничками обычными можно состричь их, все. И ему будет удобно лазить, они так же все смогут. Просто вот это как острый отрастает, им неудобно от этого. Эмиль, ты не брезгаешь, если какая-то пища остается, я не выкидываю то, что там, к примеру, вот это. Немного осталось капусты, одна капелька. Мне, ну, и грех, как говорится, нехорошо выкидывать.
Это... Так, мам, я сейчас выйду на минутку, ты тут снимай, я сейчас на минутку. Куда он полетел-то? Соседи сегодня тут уборка. Они... А, ну, это... Трава это, наверное, убирать. Косить траву. Соседи, наверное, траву будут косить. Потому что зарастает, наверное, трава. Ну, трава-то она, это... Такая она... Так, а это я тут лук буду натирать на терке и буду делать котлеты. Сегодня, наверное, потрошки куриные, это натуральные. Так, что надо, говори. Супчик, наверное, буду казан варить. А, что я говорил? Это? Может, это? Я гречку разжариваю и не собираюсь выкидывать еду, которая остается. Я суп разогрел. Да, гречка с подливой. Около морозилки было все. Не переживай, я тебе плохого не дам. Можешь не переживать. Да суп разогрел тут какой-то типа. Уже это, как говорится, это бульон уже весь похлестали. А это гречка. Помоги мне, сынок, хоть капельку, если ты сможешь. Шо? Ты все с компьютером, что ли? Да, диск свой такой основной. Кончилась съемка. Нет, прямо сейчас только что. Прям при тебе? Да. Да это у нас камера, она постоянно. Нет, это зарядка выткнулась, из-за этого кончилась. Так, шо? Я же свой диск основной вытыкал, чтобы той... В общем, тут гречка, она тут с мяском и это... Я не собираюсь какой-то с хорошим. А, ну гречка из хорошего. Хороший можешь не переживать. С майонезиком ешь, что ладно. Вот, я и капустки подложу. Только не надо мне расселедку мне пожи. Селедку никто никак не... Это, я ну, не люблю я селедку. Покупать не буду. Раз я не люблю. Приходится мне одно есть, это, а я тоже каждый день не могу прямо одну селедку. Придется мне сегодня осиливать хоть сколько съедать опять. Не, хорошо, не, что я ее замариновала, и что она в масле. Что я ложу ее прямо около морозилки тоже. Каша, кстати, вкусная. Ну, с майонезиком краски. Я свой основной... Суп я перекипятила. Послушай мне, кипятила ровно... Я не буду суп, сколько... Я гречку есть. А, сколько чистила свеклу? Сейчас свеклу на терке натру. Чеснок покупал? Да, одну чесночинку. 25 рублей. Косить будут, да? Косят. А, уже косят. Что, не слышишь, что ли? Так, а это ты покупала? Да, уже, это да? Я покупала. Понятно. Это чесночок сколько же стоит? 25. 25, один. А это, в общем, как его... Делать салатик. С майонезом коротки. Угу. Картофель. Майонеза много. Картофель почем? Почем картофель? 65 вот этот пакет. Тебе переклинил, что ли, вспоминал? Да, вспоминал. А, это угостили. А ну, это на картошку пожарить. Да. Картошку на нем пожарить. Жив, что ли? Да. Ладно, когда масла не бывает, мне привозят. Я в морозилку убираю. Так, потом уберешь, давай. Это... Так, фарш говяжий. Говядина. Говядина? Да, говяжий фарш. Что, не видишь, чем? Сейчас тогда натру, как его лук на терке, как его батон. Хлебушка. Батон. Только не этот, пожалуйста, нет, это мой любимый. Нет, нет, не этот, нет. Вот, немного хлеба, немного пару ложек муки добавлю, яичко, короче, и это, помидоры с мяткой. Ну ладно, что теперь? Снимай, когда сейчас поставишь хоть на зарядку, нет? Ну вот стоит. А то я сама поставила, если что, ладно? Стоит, вот на зарядку. Что тебе надо? Что ты смотришь? Телефон должен быть заряжен. Всегда. Ты теперь на видео сейчас это будешь? Просто тебе говорю. На, я пойду, а то ты сейчас... Не надо. Телефон на зарядку просто не забывай ставить. Мам, был 30%. Я тебе сказал, что часа их сожрет.
Я не знаю, он тоже быстро. Ты хоть склеиваешь? Да. Так, в общем, вот такие дела. Ходила на огород, сорвала, ой, укропчику. Ты снимаешь меня? Это. Сорвала укропчику, салат, лучку, срезала. Первый еще пока вот такой жалко. Так. Че? Вот такую вот селедку сделала. Ой, селедку уже, блин, это. Как его? Свеклу, чеснок тертый, с майонезом, сальцы. И просто так украсил, как говорится. Хорошо хоть чипсы снимать. Да, что? Не лагаешь? Лагаешь? Я не знаю, но вначале ему надо час где-то, наверное, работать, чтобы он не лагал. Работать в каком смысле? Ну, то есть, чтобы он под нагрузкой был, делать в нем что-нибудь там, в Ютубе сидеть или что, чтобы он под нагрузкой. Что, видео будет не будет? Салат, листья, как его, роза и майонез. Так, селёдка мама помогла мне тут. Мне тут осталось 3 кусочка, она взяла. Ей понравилось, кстати. Что-то она сегодня хоть селёдкой мне. Пока ничего не утро. Вот такой вот день. Картошку сделала, толчилась. Это со спрэш нет у меня сливочного масла. Со спредом сделала картошку и 2 яичка. Uh-huh. Ну и водичка с картошки. Uh-huh. Просто какой-то потолкла и все. Uh-huh. О, сейчас нормально, кстати. Так. Ну а здесь что? Мука, соль. Как его? Сейчас нормально, кстати, без лагов. Сейчас нормально. Мне, конечно, здоровья не хватит, чтобы все такое терпеть. Упаси меня, Господь, Господь, помилуй, дай Бог терпения. Это, в общем, говяжий фарш, яйца 2 штуки тоже положила, лук тертый, обычный лук, и лук нарезной, соль и мука, больше я сюда ничего не стала ложить. Да, папа будет там пищать что-нибудь. Да, то мама будет, это, не будет их есть тогда, вот. Как она мне сказала, так я и сделала, короче. Как сказала, так и сделала. Иначе она их потом просто не будет кушать. Кстати, многие, оказывается, не любят котлеты в панировке. Они сухие. Сухие, говорят. Вообще не люблю панировки. Сухие, сухие. Я просто не люблю еще откуда знать, почему. Плитку я убрала полностью огонь. Сначала включила на всю, она разогрелась. А теперь я просто убрала его. Да ничего, просто. А то это, завтра приходил корм, который ты ему давал, он там не доел. Она прям его глот, он весь просто съел и все. Он там спидил. Так что иди зарабатывай ему на корм. Тебе еще долго там? 50 еще где-то. Может 60. Устал, нет? Да нет. И водички пришел? Да. Сегодня все работают, все на работе. Одна я безработная. Я не работаю. Правда, у меня уже ноги там убедеют. Я с утра выпил от этих, как их, от кабачков, только водички. Сейчас сколько времени ты хочешь? 15:31. 15:31? Да. Я даже чай с утра не пила. Я вот эту вот воду всю хлещу и хлещу. С этим у меня сейчас все в порядке. Да вот я не в кабачке и свёкла. Так, я ладно. Не ем что-то ничего. Я все стараюсь чуть это. Ты боюсь, сейчас может вдруг Олька позвонит. А, да, да. На. Ну все. Выключай, все, хватит. А, все. Ну давай, всем котлеты пока. Котлеты будут вкусные. Я сейчас это потом я немножечко прибавлю и буду их томить. Сейчас их переверну. Я их не подгорю. Хорошо, все. Вот. Всем пока. Ну вот, все. Ой.
Захче кормику мало, походу. Ходит, трется. А я на зарядке просто снимаю. Да небось, чуть их кто трогает. Как странная кошка такая вообще. Ты что, кто обижает или что такое? Так, я на зарядке сейчас, я быстро, пока вытерну. Эмиль там на подработке маленечко. Вот такие вот, в общем, получились котлеты. Сейчас я... А это я сделал с картофеля, короче, бульон. Я сделал это. Картофельный суп. В общем, такие вот вкуснейшки. Так. Не знаю, хватит мне памяти снять или нет. Я немножко кремом детским помазала лицо. Сохнет кожа. У соседки у моей, она говорит, это, сирозы погибли. Она спросила, ну, типа, а у тебя что там, как? Я говорю, я в том году только одну розочку посадила. Вот. Но не погибла, говорю. Хотя все завалили дровами. И елку, и эту вишню, и розочку. Ну, говорю, не погибла, короче. Вот. Такие вот дела. Я говорю, уже подрастать потихонечку. Она говорит, а у меня все розы погибли. Бывает же такое, сама не знаю, правда, чего. Сегодня это клеёночка чистую постелю. Сейчас я хоть немножечко. Я еще до сих пор пока не села есть. Уже молитву прочитала, все еще никак не сяду это поесть. Все кручусь и кручусь. Вот такая вот. Хлебушек хорошо. Для стола приятный клеёночек. Хлебушек, пирожки, там все такое. Такое приятненькое. Сейчас он это отработает там и придет. Ой. Так, ты что, все, воняешься? Что все гонишься хочешь? Все кормы ждешь? Ты так целую пачку почти стягачил, что там малыш мало съел. Прям одним глотом, залпом. И костей даю, и от курицы все. О, жди теперь, когда потрошки. Печенка там куриная. Не куриная, а это гусиная, да, по-моему. Или утиная, или гусиная, в общем, это. У соседнего хозяйства они иногда там что-нибудь угостят. Это суп с потрошков. Может, буду его варить. Разморожу. Это. Может, что-нибудь там ем тогда. А, попалась стервела злая такая. Ты не беременючий уже? Злыдни. Ой, да что же это такое-то? Ты что такая дикая-то? Я не пойму, все кошки такие разные, как и люди, правда. У нас одна была вообще... Это, Шеба. Это вообще, это чудо было. Это могла на кровать написить. Вообще кошка была это. Как мы ее только это... Ну, ее тоже собаки погрызли. Дима... Сосед, в общем, это нашел у себя в огороде загрызню. Так, ну ладно, то кончится, как ее зарядка. Все, иди, на кровать я тебя не буду сажать, иди. Такая деловая. Ты все дрыхаешь.
Так, ну ладно. Мэ. Ладно. Всем пока. Вечерний привет. Немножко утеплилась. Не хочу, чтобы меня знобило. Потому что к вечеру прям прохладненько. А я с подарками пришел. Ну, для себя, конечно, ну ладно. Уже подстыл. Немножечко капельку он после того, как я его там, ну, немного. Да. Как смог, он немножечко хоть подровнял. Ну, перед зеркалом, да. На вид, короче, нашел за 1000 рублей. Купил. Хоть немного, да. Да, ну вот, я себе сделал вот так. За ушами, вот себе все. Угу. Подровнял себе хоть это. За 1000 рублей вот такую купил машинку. Она вот буквально. Она снимается? Да, снимается. Вот, зарядка к ней. Вот, втыкается. Да я вижу. Да не надо сейчас ничего делать. Стой. Вот. Короче, в чем весь прикол у нее? Смотри. Раз. Это щелчка. Вот максимум. 23 миллиметра это максимум. Я себя кромсал на 12 миллиметров. А вот тут я делал себе просто... Не хочет он в парикмахерский сам. Мне некоторые там говорят, вот ему там в парикмахерскую надо. Он не хочет сам и все. Да, он говорит, лучше я согласен, чтобы ты меня стригла. Но в парикмахерскую не пойду, да. И все. Ну, вот я себя категорически. Вот он так отказывается, все, это бесполезно. Вот. Короче, как? Я вот так делаю. И вот так. Это не в деньгах дело, деньги вон лежат. Вот. Не и идет вот. Он и все. И вот так вот я себе. Вот тут я сзади себе. Ну, я говорю, это, давай тогда хоть что-то, какую-то там эту штуку, или как она называется. Ну, вот на вид поискал это. Да. Вот я себя вот настолько. Потому что я переживаю тоже. Меня все время раньше. Короче, вы не заставите парикмахер. На 15-ку вот я раньше себя стригся. Ой, я стригся. Он говорит, я согласен, что ты меня стригла как угодно, даже на парикмахерскую не пойду. Я не люблю, потому что парикмахерскую. Я говорю, ну тогда я какую-нибудь штуку эту покупаю, какая там называется. Он говорит, ладно, сейчас посмотрю. В общем, это... Посоветовались, и вот такие вот дела. Да. Ну, машинка, кстати, мне понравилась. Прям так стрижет мощно, прям. Прям мощно. Прям пучки прям хорошо. Она мощная. Друзья, я сегодня опять ходила, колорадо собирала. Это, жрут помидоры. Как бы там кто вот подумает, как такое. А вот да, жрут помидоры. Прям закапываются в землю. Это. Мух какая-то одна залетела здоровенная. Хожу, собираю, давлю. А что теперь делать? Такие вот дела. А у нас... А я не люблю реально. А у нас в квартире гаш. Я в тот раз подстригся. У нас, в общем... Я в тот раз в парикмахерской подстригся. Помнишь, у меня 4 месяца прям волосы не росли. Прям то ли у бабы рука тяжелая была, ничего, я не знаю. Зато от меня растут, как... Не буду говорить. Как у динозавра, блин. У нас, короче, перегорели лампочки. Перегорело. Сначала одна, короче, была, вторая, потом третья. Потом две штуки, короче, было. Я когда поехал машинку забирать в город, я что-то не знал, что лампочка перегорела. Я потому что днём не включил. Она то ли перегорела, когда ты включил, может, или до этого. Я не знаю. Короче, завтра надо закупать. Они дорогущие собаки. Вот эти вот. С маленьким цоколем. Со средним, а не маленьким. Ну, это... с каким там, короче, это надо брать с собой лампочку, короче, и смотреть. Нет, я знаю цоколь. Я потому что у нас еще и светильник на стены, ну как объяснить? Нет, на стене светильник у него маленький цоколь. Он там маленький, маленький, да. Тут, конечно, не видно, там он еще на стене, он как это, такой светильник. Вот. Убери какую-нибудь машинку-то в шкафчик куда-нибудь. Вот такие вот дела. Сегодня я без работы. А-а-а. Без половиков я сегодня. Давай бутерброд тебе сделаю. Пальчик-то хватит? Все видео. Зарядки, надеюсь, хватит. 8%. Сейчас. Хотя хватит. Да, ну все, сейчас я буду торопиться побыстрее. Да, и 8% не торопись. Тебе без сгущенки, тебе с колбасой, да? Да, мне с колбасой. Ой, да, на подработку сегодня ходил. Я вот так прям? Не-не-не-не!
так вот, да? Что такое? Не так разрезано? Толсто. Ну ладно, фикс. Да никак ее, как я не знаю это. Я себе сегодня со сгущенкой такой кусок сделал, как нет ничего. Они там воздушные. А, ну тогда как и ладно. Как нет ничего. Колбаса тоже воздушная. Половинку отрезал, а отрезалась половинка четвертинки. Ой, этот самый жирненький сейчас будет. Тебе хватит или еще делать? Нифига себе. Я устал. На здоровье, приятный аппетит. Угу. Ну все. В общем, вот такие вот дела. Сейчас я нужна. Ну как, нормально, если я покромсал тут? Ничего, нормально. Я тебя кромсал. Прости. Да ладно, господи. Палец себе обрезал, когда пытался. Я долго-долго, я ровно... Короче, волосы. Час стригал ровно на ногах 60 минут. Волосы вот так зажимать. У меня уже руки это тряслись, блин. Это. Ну что ты выяснилось-то? А? Что ты говоришь? Что? Что-то грустное-то. А кромсал, подровнял все и что, нормально. Я вообще не могу, не знаю. Ну зато я теперь сам себя буду стричь, когда захочу. Как это так? Сам себя ты все равно не смог. Я как-то подровнял, все равно как-то перед зеркалом. И за ушами подровнял, и сзади подровнял. Ну, постригу я себя ладно, сам. Ну ладно, растут опять снова, ничего страшного. Тем более машинка. На улице ты ходил сегодня, это, и никто даже не на рынке, никто и не глянет. Сейчас все живут всем самим для себя. Все бегут, кто куда, по своим делам, никто никак. Это раньше, а сейчас другая жизнь. Сейчас хоть ты это. Ладно, давай. Приятного аппетита тебе, на здоровье, всем пока. Нашел как бы колбаску просто есть.